Добрий день, шановні друзі. Донедавна мій сьогоднішній співрозмовник був відомий лише як художник, але після помаранчевої революції він став відомий і ще як політик. Сьогодні у нас в гостях знаменитий художник, символ помаранчевої революції Сергій Поярков. Сережа, добрый вечер. Я добрый. рад тебя снова видеть здесь. Ты знаешь, повод тебя пригласить <свят> назрел сам собой. Годовщина помаранчевой революции ровно год с тех пламенных событий, одним из символов которых ты, собственно говоря, стал. Скажи, ты согласен с тем, что ты символ помаранчевой революции? Я не согласен с тем, что я символ, потому что э, я считаю, что главный символ это украинский гражданин, который вышел на площадь. Э -э я бы поостерегся тыкать пальцами, вот он символ или он символ. Вот вообще, честно говоря, празднование годовщины Майдана лучше всего было бы провести без символов. То есть, вот чтобы Ющенко сказал, знаете что, я вам всем должен, я, ни, я, ни, я нифига не успеваю, поэтому вы там попразднуете без меня. А я тут пока буду делать какие-то дела, потому что я, я так всего, чего обещал, не успеваю, что как-то, как ну извините, я буду работать, а вы празднуете. Ты пойдешь на Нет, празднование? Нет, я да. не пойду, я не хочу портить себе впечатление от чего-то хорошего, светлого и действительно большого. Я боюсь, что опять окучмят и заофициозят, потому что тогда это было естественно. Я боюсь фальши. Нельзя возвращаться в те места, где было хорошо. Вот нельзя приходить э, в ту школу, в тот институт, где ты вот когда вот это все твое, а там уже какие, а там уже все другое. И вот я не хочу этого щемящего чувства. Такое бывает, когда видишь свою какую-то одноклассницу. Вот ты она ее уже теска, да? Да, помнишь ее такой там девочкой красивой там, а тут такая в морщинах тетка поперек себя шире и думаешь, блин, это же и я не помолодел. Вот не хочу я этого портить, я не пойду на Майдан ни в коем случае. Пусть останется светлая память о светлом, чистом, высоком Сереж, событии. Сереж, ну давай так, мы помним <как> эти события, это действительно были потрясающие да. дни которые останутся вот у каждого из нас, останутся в памяти по-своему, но это был такой подъем и такое ощущение себя, наконец, не быдлом, а человеком, когда и от Однозначно. тебя что-то зависит. Причем все зависит. Да. Вот чувство того, что от нас зависит все. Вы нас хотите, не согнете. Это когда было чувство, когда инстинкт самосохранения вот атрофировался, и чувство собственного достоинства просто вот оно... Конница просто ломила вражеские ряды, и вот это вот чувство э, светлого, солидарного и ощущение себя гражданином своей страны, которое для очень большого количества людей оказалось неожиданным и, наверное, даже до этого не испытанным. Я не испытывал вот до этого чувство того, что это моя страна, и гражданскую ответственность за то, что тут происходит, это когда люди говорят особенно там, близкие к штабу Януковича, российские масс-медиа, что им платили. Я всегда говорю, а сколько вам надо заплатить, чтобы вы стали защищать свою жену, которой плюнули в лицо? Или человека, который изнасиловал вашего ребенка? Сколько вам надо заплатить? Вы это за даром не сделаете? Вот было это ощущение. И э, я, в общем-то, в хороших отношениях был, есть и останусь, наверное, и с э, людьми не с партиями, а с людьми, которые с принадлежат людьми. к обоим лагерям, и к бело-голубому лагерю, и к оранжевому лагерю. Тем более, что политика это такая штука, где редкий друг не побывает вашим врагом, и редкий да враг до середины и с редким Днепра. врагом вы не подружитесь. Поэтому разделять политиков мы вот лучше позже об этом поговорим, потому что политики это немножко не совсем люди, это, это профессия, которая э, отвергает человеческое в пользу целесообразности. Мы вернемся к политикам, да. Сереж. Значит, э, скажи, есть скажи. люди и на той и на той стороне. И э, вот ощущ... я я ведь говорил с и Нестором Шуфричем, и с Шурмой, там, и с... Ну, в общем, практически со всеми замами Медведчука, у Медведчука вот такие замы, умнейшие люди. Я им говорил, ребята, это не они у вас выиграли, это вы, дураки, проиграли. И вот есть иллюзия у померанчевого штаба, что они выиграли революцию. Неправда. Это им проиграли, бездарно проиграли все. А обманчивое ощущение того, что это они кого-то победили, нет. Это не ваша организованность, это глупость противника принесла вам победу. Я могу ты сейчас это об этом. осознанно говоришь? Я это говорю совершенно осознанно. Я очень. Я был в штабе Ющенко. Я знаю, что год до выборов они решали стратегическую проблему. Они собирались каждый день почти и брать Тимошенко в коалицию или не брать. Бегала Оксана Грязнова кричала: ребята, на символику, флаги, Ленточки и говорили, Оксана, ну что ты тут, ну, ну мы решаем стратегические вопросы, не мешай. Нам, брать Тимошенко или не брать? Это был, агенты Януковича докладывали полные идиоты. Правду докладывали, но они агентов к себе в штаб не заслали. Потому что общей картины не было. Это, это было. Организации там не было никакой. Организация появилась, когда люди почувствовали себя оскорбленными. Ну, ну 200 тысяч ждали, но ну 2 миллиона это, это, это оказалось сюрпризом для всех. Это слава Богу, что наш помранчевый штаб не организовывал. Действительно, они это не проплачивали, не организовывали. Если бы они что-то организовывали, все бы провалилось. В померанчевом штабе и в, и, в, и в команде оказалось большое количество людей, которых Кучма выгнал за профнепригодность. Они так обиделись на Леонид Данилович, что пошли в противоположный лагерь. И, в общем-то, непрофессионализм этот, он... Вот я сейчас, когда вижу, сейчас началась политическая реклама, меня больше всего бесит реклама богословской. Почему? Он просто выводит меня из себя. А потому что есть чем сравнивать, а потому что есть класс игры Юлии Тимошенко. Вот эта актриса, это Сара Бернар, комиссар Жевская, вот такая вот, вот кто мастер сцены. И тут вдруг эта бездарная самодеятельность, деревенская, это Богословская – это просто это не политреклама. Это, это лучшая пародия на Кашпировского. Потому что есть класс актерской игры. То есть общество другое. Мы больше на туфту не покупаемся. Есть уже задана планка. Есть уровень. Майдан задал уровень. А политики этому уровню, уровню общества, Увы. сплошь и рядом не соответствуют. А главным. Виктор Андреевич, к сожалению, хороший человек – Эрго – плохой политик. Он очень часто ходит на каждую последнюю субботу месяца практически. Мы его можем видеть на Блышином рынке, который гордо именует себя антикварным. Э -э он не стал президентом, по-моему. Он ходит по Блышиному рынку, где охранять его нереально. Там валяются всякие железки вплоть до штык-ножей, гранаты с выплавленным толом. Бедная охрана глазами его так вот сверлит, как... как как Амельченко на своих выступлениях, вот так вот у них глазки бегают, а, а сделать они ничего не могут. Виктор Андреевич, по-моему, до него не дошло, что его жизнь принадлежит теперь не ему одному, а всему обществу какой-то дурак принет его ножом и в стране кризис. Он не имеет права так себя вести. Он хороший человек, но плохой организатор. Вот в чем, по-моему, главная проблема. У нас в школе говорили, что хороший мальчик и хороший ученик – это два разных бизнеса. Настоящий, настоящий бабник, он должен любить секс. Вот искренне. Вот ему должно нравиться заниматься сексом. А настоящему политику должно нравиться заниматься интригой. Вот началась интрига. Ага! Он завелся, рукава засучил. О, это моя стихия. Виктор Андреевич, когда видит интригу, он старается откраскаться от нее. Пусть это делают другие. Вот не может за тебя кто-то сесть на трон с кипетром и державой. А президент без интриги не может? Политик не может, а президент это политик. Это главный из всех политиков. Почему пошел раздрай? Потому что я знаю ну, практически всю помаранчевую команду лично. И с большинством, мне большинство из них там и покупали мои картины, и помогали мне, и у нас дружеские хорошие отношения. Но я понимаю, что первое, что должен был сделать Виктор Андреевич, это чтобы все первые лица вот здесь вот на картане почувствовали, почувствовали зубы президента. Чтобы вот, вот, сейчас, вот, вот сейчас хрустнет, и тогда они... А в политике иначе нельзя. В политике главный должен быть главный. Любит друзей, разговоры о морали. Это не работает в политике. Есть... Сереж, но э, по-человечески-то его можно понять. Он хочет, чтобы страна была моральной, а моральность должна начинаться с первого лица. И его призывы к человеческим нормальным отношениям Правильно. лично у меня вызывают позитивные. Они голос. призывы и действия. Это суть два разных бизнеса. И Виктор Андреевич, по моему убеждению, должен был через три дня после назначения министров объявить во всеуслышание. Значит, если завтра к трем часам дня, к трем часам дня, у меня на столе не будут лежать заявления о снятии депутатских полномочий, к чертовой мать. больше этот человек не министр, он, он снова депутат. Это вот те зубки, которые вот здесь, вот, вот, вот своих коллег, если ты главный в политике. Их гортань нельзя выпускать из пальцев. Разговоры о морали вполне могут идти параллельно с народом. Сереж, ну ты представь себя на его месте. Вот вы пришли командой. Они не спали ночами, они вместе переживали, они э, рисковали жизнью, здоровьем. Вот вы пришли. Легко ли тебе бы было, если бы я с тобой, например, Я отлично шел... понимаю, если бы на его месте была Юлия Владимировна Тимошенко, она бы на завтрашний день поступила так, как я говорю. А ты бы хотел, Точно чтобы на его месте же, была как... Юлия Владимировна Тимошенко? Я не знаю, хотел ли бы я этого, но то, что это сейчас самая сильная фигура в политике, однозначно. Вот политики, они как-то все привыкли там виртуально меряться своими членами. Так вот у всегда у Юлии Владимировны был длиннее, толще и тверже. Во всех ситуациях она была сверху и по праву. Виктор Андреевичу надо было учиться у своих коллег, в частности у Юлии Владимировны. Потому что он обладает потрясающим умением не учиться ничему. Хотя, ну, если опять будут выборы, все-таки, чтобы не был Янукович, я лично опять проголосую за него. Вот наличие Януковича в списке, тем не менее, я ж, Виктор Андреевич очень действительно хороший, благодарный человек. Вот все, кого он знал лично, он поблагодарил всех в лицо, в том числе меня. 26 числа он подошел, сказал, Сергей, я вам дуже вдячный, вы сделали великую справу. Спасибо, Виктор Андреевич, но вы свою еще до не зрубили. Вот какой бы ты ни был, наступает момент, когда человек должен измениться и сделать то, что нравится, не нравится, спи, моя красавица. Вот ты стал на это место, значит, будь обязан. Значит, это не важно, соответствует или хочешь, не хочешь. Надо. Надо их всех держать. Они все сами по себе, отличные люди. Если их вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, -вот, вот, -вот, вот, вот. И они были готовы к тому. Конечно, я понимаю, вот он в лицо Порошенко чего-то обещал, но если он был бы настоящим политиком, он бы вызвал Порошенко на следующий день и сказал, Петя, я дам тебе отбить в десятикратно те деньги, которые ты на меня положил. Десятикратно. Но ты сегодня из политики уходишь вообще нафиг из моей команды. Вперед. Как бы поступила Юлия Владимировна Тимошенко? Потому что у нее есть характер. Характер, как у Цезаря. Марг... Если я ее сравню с Маргарет Тэтчер, то я сделаю комплимент Маргарет Тэтчер, по-моему. Нет, серьезно, потому что я вижу один характер на первом месте, потом долго никого нет и начинается там какая-то невнятная толпа. Хороша или не хороша Тимошенко – это второй вопрос. Но есть соответствие, профессиональное соответствие политическому лидеру. И рядом никого нельзя поставить? Сереж, я вспоминаю 91 год, когда, в общем-то, все только начало в Советском Союзе начинаться, будем так говорить. Пошел бизнес, пошли заработки, кооперативы, люди распрямили плечи, и вдруг, как сейчас помню: утро, август, по-моему, 19 августа, путь. Первые мысли в голове у меня у моих друзей: Боже мой, все так хорошо начиналось! Неужели, неужели уже доигрались, допрыгались? И потом, когда э, этот путь провалился позорно, когда э, огромную, я помню, демонстрацию стен Белого дома, крики Ельцин, Ельцин, сотни тысяч людей, Ельцин улыбающийся на трибуне, и такое было вот у меня э, ощущение, что вот теперь все начнется по-настоящему. Переношусь на год назад. Точно такое же ощущение, ощущение было был у меня, год. когда э, Виктор Андреевич с командой выиграли эти выборы, когда столько рисковали, столько страху было, реального страха, сколько нервов ушло, бессонные ночи. Все это э, перемололось, казалось бы, и вот уже ребята, все, вот у ваших рук, у ваших ног власть. Давайте, начинайте, такие благородные мысли. Что мы видим сегодня? Сереж, тебе нравится то, что за год успели или не успели? Знаешь, если поближе присмотреться к Виктору Андреевичу, так вот, поближе, да, вот, вот здесь вот на, на лбу есть такая вот такая вмятинка проступает все больше и больше. Знаешь, от чего? От граблей. Потому что, когда Виктор Андреевич видит грабли, он радостно бежит и на них с треском наступает. Значит, вот, вот это вот, вот, это вот граблефилия, я спрашивал у всех своих знакомых, а я, в принципе, и прошлый Кабмин знаю, практически со всеми был на «ты», и в этом Кабмине у меня много друзей. Кто-нибудь, объясните мне, зачем Нужно было обвалить доллар за один день. В чем был выигрыш этой ситуации против опускания по копейке в день? Вот почему этот вариант, один аргумент? Мне никто не привел ни одного аргумента, кроме жеманных, ну ты понимаешь, какого-то пурга какая-то. Гринжол протащили зачем-то, за уши протащили. Тебе не нравится группа Гринжолы? Да. Мне нравится группа Гринжолы. Мне не нравится то, каким образом было пропихнуто вот их участие в Евровидении. Они хорошие ребята. Вот есть разница между хороший мальчик и хороший ученик. Они не такие были хорошие ученики в этом бизнесе, как та же Ани Лорак. Да ну и хрен с ним, что она была на бело-голубой стороне. Есть честь страны. И если бы она хоть на место выше была, то какой смысл было протягивать наших хороших помиранчивых ребят? Это два, две разных вещи. И есть вот еще сейчас будут грабли, на которые Виктор Андреевич, мне кажется, тоже вполне может наступить, это ресурс, Потому что если опять начать использовать ресурс, у нас и власти, и оппозиция как-то дико, дико не учатся. В, в, ново, вот в, в нашей новой власти, которая есть, тем не менее, есть несколько действительно серьезных, больших профессионалов. Например, э, так получилось, что я знаком с Юрием Ивановичем Яхнуровым, я могу сказать, вот есть одна история, которая очень показательна. Когда как раз Майдан, вот мы с тобой еще там записывали после этого передачу, нашу предыдущую, перед этим еще не было назначений. В принципе, мы знали, что Терехин уже будет министром, то есть вот распределялись вот эти вещи. У Терехина был день рождения, и мы все вместе сидели в ресторане, там были французские министры, наши министры, и в том числе мы сидели с Юрием Ивановичем. Была совершенно неформальная обстановка. Это все люди там малопьющие. То есть, ну, уже по, по, первому шкалику взяли. И я тогда не вел ничего на пяти копейках. То есть я не, я не был сам соведущим какой-то программы. Это был разговор искренний. И тогда Юрий Иванович сказал очень показательную вещь. Он сказал, я готов работать в команде Виктор Андреевич, я его люблю, я его уважаю на любых вторых ролях. Я никуда не лезу. Вот куда он меня поставит, там я и буду работать. Потому что я считаю, что нужно работать командой. Важно, чтобы кто-то тянул вуз единственный, Здравый смысл. единственный человек из всей нашей команды, который это сказал не в камеру, просто так, в бытовом разговоре. И еще показатель, у них очень хорошая, прочная семья. Они у нас, еще когда Ирина Иванович был губернатором, они к нам заходили домой. Это теплые семейные человеческие отношения. Когда такие есть, то я верю, что человек сможет их экстраполировать на всю страну. А что остальные? Хотели быть лидерами? М вот это вот пять гетьманов на две булавы, вот каждый, вот, вот это вот, это вот, это подспудное чувство у большинства политиков, ну, они все там, это же мизерабли, а я, а я, я, вот он я, Бухарин, Троцкий, Каменев. Радок. Радок, да, я, то есть, вот, те же грабли. Ни у одного, Виктор Андреевич, вот это вот вмятинка от граблей на лбу, ни у одного профессионалов в его команде не так уж много. Сколько? Ну, Юрий Иванович, ну, Витя Пензенек, ну, Сережа Терехин. Но, но дальше есть есть просто уровень образовательный. Экономист должен иметь серьезное экономическое образование. Вот Терехин лично писал законы, я это знаю. Вот он каждый закон, вот он в этом плане маньяк, в лучшем смысле этого слова. Вот закон, Терехин живет, вот он с утра проснулся, он дома встал, где-то там еще ходит в пижаме, читает закон, что-то черкает, кому-то звонит, там в 12 пришел в раду, он, он работает. А людей, кто пришел в парламент заниматься политикой и законодательством, очень мало. В основном туда пришли прикрыть свой бизнес, потому что очень многие люди главной целью ставят не творчество. Большинство Они с обоих сторон это прикрыть лично свой бизнес. Да, это условия игры. Осуждать их по-человечески за это сложно, но с этим нужно бороться. Это то, с чего должен был начать Виктор Андреевич. Надо было, значит, надо было ставить на место членов своей команды. А уж та бы команда поняла, что их не пожалеют. Когда был еще до второго тура. В журнале Компаньон э, нет, после, сразу после второго тура, когда уже началось и уже да, третий тур уже зрел. В журнале Компаньон я давал интервью, и я сказал, что победившая команда уже было ясно, кто победившая команда, должна обязательно помнить, что среди ее оппонентов есть куча профессионалов. Эти профессионалы не должны быть отринуты, их потенциал должен быть использован на благо страны. Потому что я считаю, что того же Толстоухова, но ну, не министром, а замминистром можно было сделать. Того же гибко, нужно было привлечь все-таки к работе на государство, потому что он хороший специалист, у него есть порох в пороховницах. Вот это... Я... вот у нас на пяти копейках, я очень часто говорю, Постоянно говорю, что, ребята, вы не ме... вы, вы что вы жалуете, что не изменили там судебную систему, не изменили то, не сделали этого. Чего же вы этого не делаете. А потому что у вас были более интересные занятия, что-то можно было раздеребанить, что-то можно было поделить, какие-то там откатики, какие-то там на кого-то там дело завести, потом его закрыть были. Более интересные дела, более материально выгодные другого объяснения, здравого я не вижу. Сережа, ты знаешь, я вот смотрю, после помаранчевой революции на экранах стало появляться очень много дураков. Я имею в виду экраны телевизоров. Совершенно, Это правда. совершенно неодухотворенные глаза, непонятные речи ни о чем. Повылазили какие-то люди, которые в другое время. Ну, им бы, их бы нам не показывали в всяком случае, потому что стыдно таким людям предоставлять экраны, предоставлять им возможность говорить с многомиллионной аудиторией. С чем ты это связываешь? Это опять-таки есть то, о чем я говорил: что народ, который вышел на улицы сейчас, более развит, чем его политические лидеры. Потому что есть куча каких-то возомнивших себя в первых рядах личностей. Вот в частности, можно это экстраполировать на украинскую культуру. Ну, ну, интересно. Ты же Происходят был советником... Подожди, Сереж, ты же был советником Оксаны Владимировны Белозир, правда? Полу был, был полусоветником, потому что э, тогда начнем с Министерства культуры. Давай вот начнем. Когда было, вот, была вся эта Хорошая помаранчивая история, когда люди практически на одних баррикадах, все было очень здорово. И, в общем-то, мы говорили о том, что действительно нужно все это реформировать, нужно, чтобы министерство культуры занималось не там латанием дрявого кафтана, а каким-то конструктивом, чтобы это все переходило в изменение законодательства, чтобы меценату и спонсору было выгодно спонсировать искусство, да. а чтобы его не наказывали за это. Законодательно и материально, чтобы он, он был просто хотя бы не наказан. Я сдал свою фотографию там на удостоверение, но удостоверение я так уже и не получил. Потому что у нас начались, началось разнопонимание ситуации. То есть какое-то время мы вместе поработали, а потом тихо рассепарировались, потому что Оксана хороший человек, но она совершенно не чиновник. Она... Она не буквоед, она не интриган, а министр. Это Опять прежде таки. всего, функционер. Хотите загубить чью-то карьеру? Поставьте его. из два министерства. стопроцентная процентная гибель инвесторов. Министерство культуры и сельского хозяйства. Конец человеку. Началось с того, что пошли делегации. Я говорил, Оксана, назначь, пожалуйста, зама по выслушиванию идиотов. Там какую то должность. Красный кафтан такой вот в пазументах. А идиота вот, в культуре. А, по, а потому что шли люди которым они ничего на самом деле никогда не построят, не вспашут. Но они патриотические не напишут, лозунги нет, они не этого. напишут книгу, они не снимут фильм. Для них главное – это прийти к министру, с ним встретиться, а потом еще полгода говорить, вот это вот, я был у министра, и я ей сказал, и она мне не сказала. И вот он будет этим гордиться еще полгода. Это единственная причина, по которой он идет к министру. Я Говорил с новым министром недавно тоже. вот Мы виделись в буварах. Да, он на меня произвел очень хорошее, здравое впечатление. То есть э, мой главный тезис о том, что Министерство культуры должно заниматься культурным наследием, а не помощью живым художникам. Вот живые живым еще успеют помочь. Есть... Вот я хочу когда-нибудь прийти на слушание. Я рано или поздно это сделаю. Не с этим министром, не с прошлым, так с этим. Не с этим, так со следующим. Их на твоем веку будет Но много. Их, да, да, да. Я хочу просто прийти на эти слушания, посмотреть в глаза вот этим, вот, вот этим профессиональным просилкам и спросить у них: скажите, пожалуйста, почему вам нужны какие-то особые условия для того, чтобы делать искусство? Почему государство должно лично вам помочь делать искусство? Государство помогло Тарасу Григорьевичу Шущенко сделать искусство, в солдаты его запретили. Может, и мне на что купить? Кувантесу в тюрьму посадили мужика! Значит, как Значит, искусству настоящему помогать не надо? Ему можно душить, закатывать асфальтом, оно пробьется, и свое искусство Серёж, сделает. Может, и не на что купить краски. Ой. Такого не бывает. Но на самом деле, когда человеку что-то надо, я приведу пример. Есть в Киеве такой модельер Сережа Ермаков. Это успешный. Достаточно преуспевающий, известный, популярный и состоявшийся человек. Он слепой на один глаз, а другой глаз видит на 30%. Да, я знаю. Еще пример. Есть в Верховной Раде такой один бизнесмен, не буду называть имени, он без ног, у него одна рука и масса-масса проблем со здоровьем. Успешный, жизнерадостный, да. полноценный да. человек. Когда козлина... Тупая, здоровая, с руками и ногами. Или коза волдайская, поперек себя шире, вся в соку. Говорит, что у нее есть причина для того, чтобы быть неуспешной. Что ей помочь или ему нужно. Да бейсбольной битой по тупой голове. Это единственное, вам никто ничего не должен. Искусство это высоко рентабельная профессия. Значит, любой профессионал, может, не ему надо помогать, это он уже может помогать своему государству. Рузвельт начал с этого, начала подниматься Америка. Он, сказал, он говорил: не спрашивайте, или Рузвельт, или Кеннеди, я не помню, кто-то из них. Не спрашивайте, что страна сделает для вас. Спросите себя, что вы можете сделать для страны. Я бы хотел еще поговорить о свободе слова. Ты знаешь, вот я тоже хотел поговорить о свободе слова. Давай хором скажем прямо сейчас спасибо Виктору Андреевичу. Спасибо. И я скажу за что. За то, что мы с тобой на Имею первом канале национального телевидения разговариваем на животрепещущие темы, и ты позволяешь себе... Поскольку, не боясь, что... Поскольку будут страна демократическая да. и цивилизованная, ты позволяешь себе, не боясь репрессий, говорить такое, чего при прежнем президенте ты бы не сказал не только на первом канале телевидения, а не сказал бы вообще это нигде. И самое главное, это новой власти. Поэтому давай скажем ему спасибо и, и критикуй Од, дальше. Однозначно. вот Можно перечислить, что у власти получилось. Да, у нас есть свобода слова. И в принципе они таки продали Криворуши сталь в шесть раз дороже. Между прочим. Вот такие они пока, на фоне... Между прочим, был момент в качестве лирического отступления, когда Ющенко отправил нафиг весь кабинет министров, всех аж передернуло. И даже очумевший совершенно Глеб Павловский заявил, что вот принято считать Ющенко слабым политиком, возможно, зря. Вот их всех аж дернуло. Вот оно. Началось. Вот сейчас, вот то, о чем я говорил, вот эти зубки гортани сейчас они подойдут и сожмут. Вот они... Подошли, но не сжали. Но, но не сжали. О свободе слова. Я довольно регулярно на пяти копейках мочу всех, кто приходит к нам в студию, к их огромному удовольствию у нас отношения только лучше от этого становятся, потому что они понимают, что если они просто будут нудеть, потому что большинство политиков зануды, их никто не будет слушать. Хранически. Потому что пока они будут тошнить 20 минут, у человека есть искушение приключить к нов... и, и это сделают, но... Мы, ждут по пяти копейках ждут, когда я разотру их всех, как вот, как вот Моргунов в известном фильме «Растирал бычки, танцует вист». И это, и они мне даже за это благодарны, потому что их досмотрят до конца. Так вот, на, на пятом канале мы имеем возможность напрямую ругать Петю Порошенко. Петра Алексеевича Порошенко это как владельца Пятого канала и как политика, которого вроде называют. Сложно Петя Порошенко. представить такую ситуацию при С, прежней власти. При Медведчуке. Правда? При Пинчуке. хоть раз каналы Пинчука или Медведчука позволили себе показать их в невыгодном свете. И когда я вижу на ICTV. Программу Савика Шустра Свобода слова, меня просто смех разбирает. Приехала к нам столичная штучка: Показать свободу слова. Да он хуже, намного хуже, чем Анечка Безулок. То есть, ну чем он в принципе выделяется, да у нас на всех каналах происходит давно то же самое. Конечно, легко быть первым парнем на деревне, когда ты один там кровой хрень подчепливаешь, но других нет, и ты первый парень на деревне. Ему ТЭФИ за это дали в России. Там была одна программа Свобода слова и сплошной, вот катком закатанное поле. И тут такой такой жалкий, такая кривулина растет, Савик Шустер. Потом Такие его кривистика. закатали. И его закатали. Он, конечно, на фоне полного асфальта выглядел с шикарной порослью. Проросли. Он приехал в страну, где свобода слова это реальность, и потерялся. Значит, Петр Алексеевич Порошенко, тем не менее, это уже Следующее поколение политика, в отличие от Медведчука и Пинчука, Виктора. Потому что он это разрешает. Он позволяет и не, и не преследует. Хотя он тоже выходец из СДПУ. Кстати, единственный, по-моему, политик, мы часто об этом говорили с его бывшими и нынешними коллегами по партиям, о том, что фактически единственный человек, который взял от СДПУ все, что мог, виртуозно вытер эту партию ноги, наступил на нее и поднялся вверх всех остальных с ДПО, как правило. А вот кто ее сделал, они очень, как, как, как бы... Они, ну, они, значит, умный человек. Они расстраивались, они кричали, Петя, вазелинчик а сказал, Нет, будет по-сухому, говорил Петя. Но он выполнил свою функцию, он, тем не менее, я, мне ведь завтра не запретят выходить на Пятый канал. И поэтому Петр Алексеевич Порошенко имеет право на публичное произнесение слов «свобода слова». Он заслужил, потому что я имею возможность так о нем сказать. Он может быть согласен, не согласен, но... Но он тебя не выгонит после этого с Пятого но канала. это человек, который уже имеет европейскую ментальность. Потому что настоящие вот каналы Руперта Мердека, чуть где-то Руперт Мердок оступился, они его ругают точно так же, как и не его каналы. Хотя понять вот это если невозможно. Если бы Савик Шустер да. сделал передачу, в которой прошелся бы по владельцу канала ICTV, я бы в принципе поверил, что это свобода слова. Очень хорошо критиковать тех, кто не владеет каналом, на котором ты работаешь, и называть это свобода слова. А вот попробовать, работая на канале Порошенко, сотрудничая с каналом Порошенко, нелицеприятно отозваться по поводу конкретному а его владельцы это значит, мы одной ногой в Европе. И в том числе это заслуга Ющенко, и в том числе это заслуга Порошенко, и Юлии Владимировны и всей команды. Единственное, что меня не устраивают темпы, которыми они развиваются. Этот темп не тот, эта квалификация не та. И, если, и, и, но, и как их заставить развиваться быстрее? Ты говорить им в лицо, что нас не устраивает. То есть этот Майдан, он должен продолжаться на личном уровне. То есть Порошенковский канал на выборах уже не будет тупой агиткой за его команду, как это было на предыдущих, на всех каналах. Значит, мы... Кроме пятого, давай заметим. Кроме пятого, да. Кроме «Пятого». «Пятый канал» и в... То есть, во все времена выдавал два мнения. Абсолютно. Мнение этой стороны и мнение той стороны. Вот без этих двух мнений не бывает журналистики. Сережа, поговорим немножко об искусстве, которое ты представляешь радостно. Я вот смотрю, ты всегда в совершенно потрясающем одеянии. Даже носки красные я смотрю. Да, я своим видом дискредитирую Коммунистическую партию Советского Союза. Я так, так с утра оделся. Вообще, красные штаны выдавали красноармейцам за хорошую стрельбу по басмачам. Вот. А у нас как-то все басмачество перешло в основном под крыло к Виктору Андреевичу, поэтому как -бы, как бы, ну, вот, вот я так, я, 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 без намека. Вот просто я сегодня в красном. Сегодня такой день... Сережа, после всего тобой произнесенного, я хочу тебе задать вопрос. Скоро у нас в стране парламентские выборы. Я тебя слушаю, и у меня закрадывается смутное подозрение, что на следующих парламентских выборах ты будешь голосовать за партию Регионы Украины во главе с Виктором Федоровичем Януковичем. Ни за что. Мне в детстве бабушка много рассказывала о бабае. Вот я его всю жизнь, я долго... Как он, вот как он выглядит? Вот чем меня пугали в детстве? И к 40 годам мне показали того бабая, который меня в детстве пугали. Он смотрел на нас со всех экранов, со всех бигбордов. Это лицо, это... это это лицо, напоминающее постоялый двор, куда чувство юмора, не то, что там оно не переночевало, оно даже мимо не прошло. Этот имидж, высосанный его и им самим, даже не из пальца, а из такого места, куда он ухитрился затолкать такие колоссальные миллиарды бездарно потраченных денег. Да, собственно, я за эти деньги, потраченные на эту абсолютно бесполезную пиар-компанию можно было за половину этих денег, если их правильно заслать, купить себе звание не то что профессора, а чемпиона мира по боксу и по шахматам одновременно. Я думаю, что если бы кличкам предложили полмиллиарда долларов, они бы, в принципе, согласились проиграть Януковичу на ринге ради своей родины. То же самое бы, я думаю, сделал Кашпаров. Как бездарно потратить такие деньги опять, в принципе, голосовать за этого человека я не смогу. Мало того, я недавно слышал, когда Виктор Федорович говорил, что вот моя ошибка, что я вот как бы человек дела, я никогда не обещаю, я всегда делаю, вот я же никогда не обещал, вот что я вот что-то... А я отлично помню, как он обещал. Я помню все, что он обещал. То есть у меня нет ну, у выпадения памяти, он обещал нам, между прочим, я недавно видел синхрончик на пятом канале, что мы, мы люди серьезные. Мы же не просто придем сейчас на пять лет. У нас большая программа, мы уже сразу рассчитываем, что это будет два срока президентских. Это кто говорил? Это кто говорил? Я несколько расстраивает вообще, как бы, даже то, что вот такая яркая партия, как СДПУО, у нас практически вот на грани прохождения а без альянса. Я лично думаю, что может и не пройти. Потому что Верховную Раду без Нестора Шуфрича я себе не представляю. Конечно. Тем более, кстати, в той команде, когда я говорю, что там есть умные и хорошие люди, я это знаю абсолютно точно. Я лично с ними знаком. Нестор Шуфрич. Душа человек. И вот умница. В этом. Умница. Про... Нестор Шуфрич, есть его функция как политика а есть функция как человека. Вот человек, Нестор Шуфрич, идет голосование по Юрию Ивановичу, и Ханур говорит, Нестор, вот за Юрия Ивановича, говорит, нет, говорит, наша фракция, говорю, а лично, вот сам, говорит, я лично, конечно, да, вот такой мужик. То есть это все честно, так оно и есть на самом деле. Мне кажется, что на уровне высшего руководства не произошло никаких изменений. Они обиделись, но не научились. Потому что ситуация изменилась, они не изменились. Весь их рейтинг сыжнится на э, неудачах, откровенных просчетах нынешней команды. Никакой новой технологии не, не, не придумали. Они пытаются по-тупому копировать то, что им кажется предвыборными технологиями оранжевых. А технологий у оранжевых не было никаких. То есть они не были профессионалами на самом деле. Они не профессионализмом своим взяли, а просто народ все решил. Не, не, пойдет человек на парламентских выборах ни один вот так, как на прошлых, э, тратить свое время, тратить свою жизнь на всю эту политическую лабуду. Я вполне могу не пойти на следующие выборы. Хотя Чуть тебя знает? Если будет Виктор Федорович, пойду за Ющенко. А проголосую. в депутаты это не хочешь Стать политиком мне предлагали многократно разные люди, в том числе даже один раз в прямом эфире. Политика это такая штучка, вот на примере Корчинского объясню. Как-то я подвозил Диму Корчинского, и сказал, Дима, ну твое проте, ну просто, ну, 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 ну ты талант, ты, ты гениальный провокатор, явно азеф нашей эпохи, ну хоть на 1 апреля, ну вот, ну, попробуй вот, вот, вот в проте. И он мне тогда сказал очень политически тонко, вот вся политика в ней отразилась. Он сказал, а зачем? Все равно эта передача делается для одного человека, у которого нет чувства юмора. Я сказал, как для одного? Для двух. Он посмеялся, сказал, да, да, Серега, для двух. Вот политика в принципе это такой чан с дорогущей икрой, там 5,5 тысяч долларов в килограмм. Но проблема, что в этот чан подмешали такую шайку столь же высококачественного дерьма. И вот этот привкус дерьма, он, он, просто перечеркивает для меня все то хорошее, что есть в этой икре. Политика штучка специфическая. Вот есть, есть одна вещь, которая определяет, может ли человек идти в политику или нет. Способность идти в политику ⁇ это такой природный дар, идти против ветра и мочиться в том же направлении. У меня есть профессия, которая меня кормит, а... И слава богу. И слава богу, нет, я не хочу идти в политику. Не Сережа, нет. я благодарю тебя за беседу. Я тебя очень люблю как художника, Спасибо. еще больше люблю как человека. Спасибо, Дима. И я желаю тебе, чтобы после этого эфира тебя никуда не сослали, чтобы ты... С каждым годом Буду убеждался, надеяться. что многое из того, что ты говоришь, сбывается в хорошем смысле. Слова. Что все изменится, что в граблей смысле. уже нет, что улучшение налицо. Что ты. Чтобы ты сказал себе, что я не жалею, что участвовал в помаранчевой революции и защищал ее идеалы. Спасибо за беседу. Будь Спасибо. счастлив. Шановні друзья, сегодня у нас в гостях был знаменитый художник, символ Помаранчевой революции Сергей Поярков.